Здравствуйте, я Луис Макколи. Представляю вам очередной выпуск экономического календаря на Дукаскопе ТВ. Давайте посмотрим, какие важные события и публикации запланированы на понедельник, 23 ноября. Понедельник – это государственный праздник в Японии в честь Дня благодарности труду. Первыми будут опубликованы предварительные данные индексов PMI в некоторых странах еврозоны. В 8 утра будут опубликованы данные Франции. Через полчаса после этого выйдут данные Германии. А в 9 утра будут опубликованы общие данные по еврозоне. В октябре данные индекса PMI в промышленной сфере и в сфере услуг превысили ожидания. Рост был зафиксирован как в Германии, так и во Франции. Далее в 2:45 по Гринвичу будут опубликованы предварительные данные индекса PMI в США за ноябрь. В октябре данные этого индекса превысили ожидания. Он достиг 5-месячного максимума. В 3 часа дня выйдут данные об объемах продаж на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь. В сентябре объемы продаж восстановились, и сейчас они снова вернулись к 5-летнему максимуму, который был зафиксирован в августе. Далее следует перерыв до 1:35. В это время будут опубликованы предварительные данные промышленного индекса PMI в Японии за ноябрь. В октябре индекс повысился, так как объемы заказов промышленного производства и уровень занятости увеличились. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикаций вторника. Всего доброго!